С нового года вступят в силу изменения в получении единого социального проездного билета. Теперь льготным категориям граждан предварительно нужно получить распоряжение на выдачу проездного. Сделать это можно в управлении Министерства соцзащиты в 89-м квартале. Специалисты будут работать в субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря. При себе иметь паспорт, страховое свидетельство, справку ЕДВ и из пенсионного фонда. Наше управление для того, чтобы принять как можно больше людей в максимально короткие сроки, будет работать и в выходные дни. Выходные дни и в субботу, и в воскресенье мы будем работать с 9 до 17 часов без перерыва на обед. Второй этаж, люди будут ждать. Чтобы не создавать ажиотаж, в Ангарском районе сроки получения распоряжения продлены до 1 апреля. Это связано с большим количеством льготников.